Вот и все. Теперь ты все знаешь. Ну, я сомневаюсь, что прямо уж все. Но это много. И что ты об этом думаешь? Я думаю, повезло тебе, что я вовремя тебя нашла. Да. Хорошо, что хоть руки-ноги у тебя целы. Вот был бы геморрой тебя отсюда вытаскивать. А как ты меня нашла? Ой, да легко, я просто пошла на звук выстрелов. Нет, как ты сюда попала? А, конечно. Прием, Салли. Привет, крошка. Как он там? Ну, побитый, конечно, но ничего, живой, даже дееспособный. Теперь остается спасти второго Дрейка. В смысле? Нейт расскажет. Привет. Ты все-таки с нами? Ну, еще бы. Что там с Сэмом? Он у Рейфа. Черт, ты знаешь, где они? Да, ушли на северную сторону острова. Поищи там местечко, где можно сесть. Когда вытащим Сэма, удирать придется очень быстро. Понял. Эй, а сокровища? Забудь. Черт с ним. Но Алькасар... Нет, Алькасар нам не угрожает. Сэм набрал. Стоп, то есть его долг... Побег? Да, Сэм все придумал. У меня милый брат. Короче, все подробности потом. Ладно? Жду с нетерпением. Вы там поосторожней. Как всегда. Меняемся. Спасибо. Ага. Я в смысле... Спасибо, что спасла меня. Опять. В этот раз могла не спасти. Ты права. Пошли. Транспорт есть. Так, хорошо, что у нас здесь есть, как думаете? Я думаю, что у нас здесь много чего хорошего, но мы просто двинем вперед. Блестяшка, я тебя хочу. И они так специально ее, короче, сюда поместили, чтобы я понимал, что да, эту блестяшку надо взять. Смотри. Вон там. Я одолжила его у наемника. Одолжила? Ты скатилась с самого верха? Да, так было быстрее. Нам осталось придумать, как забраться обратно. Я могу тебя подкинуть, вот здесь подсадить, нет? Нейт, тут лестница, подсади. Хорошо. Да. Сич.
На самом деле, где в такие моменты веревка, Нейт? Ну, то есть, зацепился бы... Он только за один тип поверхности умеет цепляться этой веревкой. Я понимаю, что это игровая условность, и в Uncharted от этого мало, но тем не менее. Какого черта, Нейт? Елена? И давно ты? На острове? Пару часов. Видела кого-то? Да. Вот. Впечатляет, да? Да я ее толком не разглядела. Занята была? Искала тебя. Ну да. Так, оружия у нас, я так понимаю, после всех этих качелей просто нет. Просто нет. Значит, Салли тебя посвятил в подробности этой истории? Ага. Генри Эвери. 400 миллионов, 12 основателей, сотни колонистов. Ты об этом? Да, вполне исчерпывающе. Было время, пока летела сюда. Ого, ни черта себе. Как оно держится Ого. Вообще? Ого. Это что, лифт? Похоже на то. Честное слово, Эвери нанял лучших инженеров той эпохи. Видимо, так он переправлял грузы вверх по реке. Да, скорее всего. Хорошо, мне каким-то образом нужно преодолеть это препятствие. Или нет? Так, вот отсюда, получается, я пришел. Ну, блин. Как-то можно попасть и туда. Любопытно. Допустим, вот так вот. Ага. Хорошо, Елена. А ты что будешь делать? Вот и машина. Только надо забраться. Да это ты... Куда? Давай осмотримся. Всего лишь надо забраться. Тут между нами такая пропасть, короче говоря. Так, ты уже прыгнул, а я еще нет. Я тебя обманул. С Еленой как-то спокойнее, чем с Эвом. Елена точно знает, что не кинет тебя. Ну, Елена. Так, вот это место я вижу. Как-то можно зацепиться за это. Отсюда я не смогу, кстати говоря, этот камешек зацепиться. Да нет, походу нет. Вот здесь я смогу подсадить Елену, я так чувствую. Давай. Нашел. Могу тебя подсадить. Отлично. Так, я отойду, а тут... Хотя я поймал. Другой путь наверх. Я тебя понял. Так. Хорошо, а здесь под водопадом случаем нет ничего? А вот теперь я реально промок. Это разве плохо? Я так думаю, что тебе, Елена, мне что-нибудь нужно скинуть. Поищи там что-нибудь, а? Ага. Ну, давай. Я тут кое-что нашла. Подожди-ка. Отлично. Что это мне Спасибо. Дает? Помимо вот этого места, куда можно теперь потянуться. Положение стоя, нажмите, чтобы потянуть веревку. А, ну я понял. Можно туда, можно сюда. Давай. Можно и побыстрее, но, в принципе, и так нормально. Он же залезет сюда, да? А то его сейчас вода смоет. Вот это будет прикол. Так, хорошо. Это перча. Мы тебя пододвинем еще поближе. Вот так вот примерно. Ок, отлично. Замечательно. Так, цепанулись. Нейт? Че ты замер? Я даже как-то, я не знаю. Нам типа, Нейт, ну давай, ну чё ты? Да уж. Не знаю, я, короче, пока что очень редко этим пользовался, поэтому непривычно мне это все. Раз. Цепляться вообще некуда, по-твоему? Нейт, а почему ты... Я ничего не хочу сказать, но... Не получится. Это немного странно, вот смотри. Я могу с этой стороны, в принципе, пролезть.
Это даже будет проще, наверное. Но то, как он себя ведет там, это немного странно. Так, здесь еще один способ зацепа, просто и все. Короче, походу, я реально... не приучился к этой штуке, по моим ощущениям. Вот теперь нормально, в прошлый раз не прыгал. Короче, что-то я не понимаю пока насчет нее. Неплохо, да? Он такой. Молодец, ты. Взял и разобрал девушку. Дебил. Ну да. Давай, я буду ждать там. Тихо, 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 там же блестяшка. Я в порядке. Тихо, тихо, господи, вот это было опасно. Все под контролем. Постарайся как-нибудь забраться. Да, так точно. Я когда увидел этот лифт, я сразу понял, что нам, наверное, придется на нем как-то, в общем, по нему полазить. Кажется, это тупик. Ну, может, лифт еще работает? Вряд ли. Ему 300 лет. Он сгнил весь, наверное. Он, скорее всего, даже и не... Вот уж, работает. Не, Елена, конечно, вообще. Елена классная. Только, я думал, он разваливаться в итоге будет. Я говорил? Я говорил. Следующий этаж отдел пускай один. То, что он до сих пор работает, это потрясающе. Сглазил. Хорошо, что дальше? Ну, я тогда, в общем, увидимся наверху. Любопытно. Так, на самом деле, вот эта доска нам реально мешает. А здесь я подняться наверх не могу. Следовательно, нам надо либо спускаться вниз, либо обходить все это дело. Но обходить не получится, зато получится... Наверное, подожди, не. Дай попробую. Ясно. Хорошо, что делать-то? А, вот. Ага. Но про ту блестяшку, ребята, не забываем. Оно нам надо. Оно нам надо. Ясно, это немного не то, что я хотел у тебя. Но, в принципе, пойдет. Спокойно. Ого, такие разломы остаются. Отлично. Елена! На всякий случай. Ух. Круто, дорогая! А, ерунда. Так, это берет, она, по-моему, умеет... Ее будет проще найти. Да, она умеет вот так стрелять. Да, хорошая мысль. Не знаю, по-моему, это лучше. В нашем случае лучше. Теперь не забываем, что у нас где-то здесь блестяшка. Или, не может быть, забить на нее уже? Приводится в действие за счет водяного колеса. Весьма недурственно для кучки пиратов. Ты бы видела, что он понастроил в Шотландии. Ну да. Там такое... Стоп, стоп. Ты в Шотландии побывал? Ну да, я... Видишь ли, последнее место, которое я говорю... Спалился. Расслабься. Салли мне уже рассказал. А, ну да. Салли молодец, короче. Сглазил все углы. Сглазил. Господи, что я несу? Я уже серии 3 реально не могу вот это вот... Отдохнувшим все это дело записать. Че делаешь? По крайней мере, я больше не вру. Ну да. Такая. Угу. Понятно, понятно все. Хорошо, ладно, просто пойдем вперед. Не будем искать блестяшки. Что-то мне хочется немного по сюжету дальше вот продвинуться. Мне прям интересно, что будет. Хорошо, как нам попасть на ту сторону? Наверное, у нас где-то здесь есть какая-нибудь штучка. Нет никакой штучки. О, понятно. Ну, зато хоть лишние калории сбросим, да? Ну.
Так, ну и что там? Нормально у тебя все, ты справишься? Понятно. Смотри, наемники. Нашли твою машину. Строго говоря, это их машина. Так давай ее снова заберем. Так, я вас понял, их на самом деле до хрена, и самым быстрым способом это решить было бы просто поубивать всех. Но я считаю, что немного стелса не помешает. Еще было бы прикольно, если бы можно было как-то, я не знаю, с помощью своей вот этой кошки утягивать врагов, как Бэтмен. Вот это было бы клево. Ну, тупо было бы, но клево. Хорошо, нужно вон туда пробраться. И я думаю, что если мы сюда сейчас прыгнем, нас как раз таки Макарма понесет. Тихо. В принципе, можно вон оттуда пройти. Да? Но можно как бы, но можно и отсюда пройти. По-моему, это гораздо более неплохой вариант, вот честно говоря. Так, я могу его столкнуть просто, да? Просто наверху человек, который все это дело палит. Понятно. Отдыхай давай. Так, себе автомат. Подожди, это калаш. А, это калаш. Калаш нормальный. Хорошо, вот тут бы тоже трава повыше была бы, было бы шикински. Привет! Пока! Далекий полет. Так, тут пасет снайпер время от времени, тут еще один человек пасет и второй человек сюда пасет. Что-то, короче, место какое-то не особо такое. Но я думаю, что Елена, тебя смотрит вся местная армия, это норма, да? Палево. Бронированный ублюдок. Я тебя сейчас отрежу. Пошел нахрен отсюда. Неплохой автомат, кстати. Ну, наконец-то я могу стрелять из нормального оружия. Или нет. Так, все. Я думал, где-то еще шотганнер ходит. А ну иди сюда. Живой, серьезно. Пуля попала в голову, мозг не задет. Угу. Так, вроде это все. Наемники своих денег стоят. Валим, пока подмога не приехала. Вот это вообще шикинская пушка. Так намного быстрее и эффектнее, по-моему. Люблю стрелять по людям в этих играх. Стоялось там все дела. Тоже с лебедкой. Круто. Есть варианты? Выше по реке, у водопада, есть проход. Так, отсюда не пройдем. Круто, люблю в этой игре на джипе кататься. Тут реально классно сделано. Блин, надо было башню посмотреть. Хотя ладно. Полегче. Я начинаю смотреть башню вот такие. Смотри на этот вид. Дорогущий. Видимо, новый Деван наверху. Давай поднимемся. Ну как же так, сюжетка там, все дела. Зачем ты все осматриваешь?
перестаю, короче, смотреть. Такие, ну вот, несется по сюжету. Короче, как обычно, надо просто играть, как нравится, и все. Вот. Вот и все дела. Мне этот джип нравится больше, чем тот. На нем защита с обеих сторон равная. У меня вопрос. Зачем Рейху Адлеру сокровища Эвери? Деньги-то ему явно не нужны. Ему нужна слава. Он не хочет, чтобы его считали просто богатым наследничком. Он точно не отступится. Рейф и Шорлайн созданы друг для друга. Ему нужны солдаты, им его деньги. Разве? По-моему, они и так не бедствуют. Шорлайн ввязалась в пару гражданских войн с неудачным исходом. Отец Надин чуть не разорил компанию. Она, видимо, надеется, что теперь о них снова заговорят. Это все понятно, но ехать куда? Я думал, туда можно попробовать еще. По камешкам-то у нас подручнее. Не, классный джип, классный вообще такой вот прям. Прям вот, вот хочется такой же. По-моему, это не самый лучший способ куда-то добраться. Зато можно посмотреть на офигенные виды. Ясно, нам все-таки как-то нужно перебраться там. Хотя здесь можно, наверное, и пешком пройти. Но пешком-то неинтересно, верно? Надо именно на машине как-то придумать, что и как делать. Можно было бы как-то, я не знаю, лебедкой зацепиться. Ну, сейчас посмотрим, короче говоря. Сейчас посмотрим. В принципе, подъем сюда есть вот с этой стороны. Но... А, то есть, серьезно? Просто подъем? Я-то думал, сейчас придется подумать. Походу, нет. Почему Сэм не пришел сразу к тебе, после того, как Рейф его освободил? Я думаю, он хотел сначала выяснить все, что Рейфу известно про Эвери. Плюс ему нужно было время, чтобы выдумать байку про Алькасара. Если б я только навел справки. Да ладно, Нейт, это же брат был. Как брата-то не поверить? А? Как брата не поверишь? Еще одно безумное приспособление. Сюда даже машины поместятся. Надеюсь, кстати, это да. Уже работает. Я думаю, что нужно здесь оттормозиться, вылезать и искать какие-то варианты. Потому что лифт, он, по идее, вот там. Слушай, я по-моему, могу его лебедкой тупо притянуть, нет? Ну, то есть... Ага. Надо его пониже, наверное, все-таки опустить как-то. Не знаю, короче, народ еще такой, типа, когда я говорил, что вот, наверное, на этом острове мы проведем оставшуюся часть игры. В смысле? Ну вот оно так и есть, на самом деле. Это, по-моему, круто очень. Шестерни не соединены с колесом. Это мы сейчас выясним. Я вообще люблю, когда в ограниченном пространстве закрыты вот главный герой, злодеи, и они все преследуют примерно одинаковые цели. Вот такие игры для меня самые любимые. Metal Gear 1, 2, Batman Arkham Asylum. Здесь тоже вот остров, на нем мы, по сути, злодеи, да больше никого нет. И все варятся в собственном соку. Как-то вот так вот. Я такую люблю. Сюда нужна лебедка, мы уроним это дело, тогда я смогу подняться. Ясно, понятно. Либо я могу сделать вот так. Но зачем? А, я так понимаю, это потом нужно будет сделать. Я так думаю. Хорошо, погнали. Оп. Елена, ты могла бы машину подогнать, пока вот это вот. Но ты лучше будешь сидеть и ловить неровный загар. Конечно. Оно хоть дотянется до сюда, нет? По идее, должно. Драки, ну что ты...
драки пнуслись, господи. Вот так. Так вот. Отойди, я сделаю. Во. Давай. Молодец. Эй, Нейт, уйди с дороги. А, в смысле, ну я отошел, типа. Давай вот так вот сделаем. Ого. Наломали дров. Так, все, теперь я тут точно поднимусь. Теперь можно туда забраться. Спасибо. Ну это, я думаю, на самом деле услышали. Такое далеко было слышно, явно. Так, я уже вижу ящик, на котором можно подняться. Вижу блестяшку. Смотрю по сторонам на прекрасные пейзажи. Такой же красоты пейзажи, по-моему, только в Ведьмаке третьем. Так. Там открытый мир, и я вообще не понимаю, как они там это сделали. А вот лицевая анимация, по-моему, в этой игре вообще вне конкуренции на данный момент. Мне так кажется. Короче, мы сейчас по ощущениям... Да ничего, надо забраться выше. Да, был бы тут еще один лифт. Неважно. Что творишь-то? Чего он не цеплялся? Я вроде нажал кнопку еще на подлете. Может, слишком рано нажал? Может быть, может быть. Так, хорошо. Теперь мы идем. Вон, оттуда можно наверх подняться, если что. Или мне показалось? Оказалось, показалось. Так, ладно. Вполне возможно, можно прыгнуть на колесо. Он, наверное, а нужно. Стой, подожди, у меня есть идея. Все, готово. Так, все, погнали. Давай. Сейчас я отсоединю лебедку. Хорошо. Я подгоню машину к лифту. Я тебя понял. Молодец. А я пока поворачиваю. У меня силёнок-то хватит, она что-то каким-то неподъемным. Готовились. На века строили, да, такое? Заработал! Что такое? Эй, поехал! Полезай! А, черт, бегу! Да блин, я уже не опоздаю. Ой, ну, что я несу? Не опоздаю. Привет! Что теперь? Может, мне надо... А, нормально. Ну да. Берегись. Ну, отлично. Прячься. Ох, ну ты попал. Обойди. Так, мне надо сюда. Ты еще живой? Не надо так. Серьезно? Откуда? Да блин, прицел, ты чё? Ты чё, прицел, ты чё? Елена там разруливает, я смотрю, все. Так, я, пожалуй, возьму вот эту винтовку. Она мне явно пригодится. Чё-то такой, похоже, прицел... слегка лишний в данном случае. Хотя нет, нормально. Фух. 5 выстрелов.
Еще? Кому еще? Я тебя слышал. Ага. Живой. Ты там девушь, да, твою мать? Мне хана. По многом. Из-за этого сраного снайпера. Да что ж ты творишь-то, урода кусок? Там же жена моя. Свидание. Так, все, этот пистолет мне больше нравится. Едем? Хорошо, ты можешь выезжать? Хотя пока некуда, ждем. Можно было винтовку схватить, но я думаю, это плохая идея была. Сейчас, короче, я просто выбегу. Вот так вот. Давай. Не высовывайся, я прикрою. Давай, погнали. Вот где он есть-то там? А это за укрытиями. Да вылазь, вылазь, вылазь. Все, готово. Если немного отсидеться. Ну чё? Да подтягивайся давай. Я тебе кину. Ты живой, что ли? Вот не надо со своим дробовиком сюда. Тихо, спокойно. Все очень плохо на самом деле. Относительно. Давай. Все, мать твою. Пришла твоя пора. Не, какой нахрен дробовик, ты че? Кто стреляет? Так давай быстрее, беги тогда. О, господи. Мудак. Ну все, мать ваша. Он еще живой был. Ну, садись. Фал возьму. Ты неплохо нас порешетили. Да ну, ты же сама неплохо водишь. После всего, что было, мне надо передохнуть. Ну что, заслуженно. Хорошо, погнали. Еще и задавили чувака, он живой был. Я по нему еще пострелял, потом еще проехал по нему. Так ему и надо. Я подумала, чтобы все это построить, нужно было потратить кучу денег. А вдруг от сокровищ ничего и не осталось? Нас тоже мучил этот вопрос. Ну и в итоге? Слушай, мы тут были. Эй, вон лифт. Да? Здесь же нет моста. Елена, я все понимаю, но я ничего не вижу, пока ты так камеру поставила. Нет, мы не здесь были, это было похожее место. Ну что, рискнем? Я думаю, мы поднимемся здесь без проблем. Хотя... Да, вроде здесь, да. Что-то меня сейчас унесет куда-то. Прям похоже в шлюзы туда. Не, я справлюсь. Вот так. Все под контролем. Под контролем? Мы уже близко. У тебя случайно нет во что переодеться? Есть. Супер. На самолете. Не супер. Ну здесь вроде попроще. Фух. На самом деле, сейчас, походу, мне пригодится опять лепетка. Мы можем проехать через шлюз. Но его поднять сначала надо, да? А для этого... Слушай, я сюда не смогу с джипа подняться. Там просто был один подъем, который я видел. Наверное, я туда сбегаю. А, так я тут не поднимусь. Мне показалось, что это место подъемное. Ну, ладно, тогда там сейчас что-нибудь поищем. Не знаю, это какие бабосы должны быть, чтобы вот это вот все реально строить? Я не знаю. Хорошо, раз такое дело, хорошо. Да не надо ли... Чё ты спереди залезаешь?
Нейт? Я сейчас машину вот сюда подгоню. И я все равно с ней не сберусь. Так, хорошо. Раз такие дела, давайте немного осмотримся, потому что здесь пока непонятно, куда идти, зачем и как. Подняться я туда не смогу. Здесь я вроде как тоже не смогу подняться. Единственное, если вот отсюда на мост забраться, нет? Да нет. Ладно, давайте смотреть тогда. Тут я не пролезу, тут все завалено. Хорошо. Здесь. О, там есть за что зацепить веревку. Ну-ка, давай первый раз подсказку воспользуюсь. А, серьезно? Слона-то я и не приметил. Так, а ну давай. Уи! Нет, дотягиваюсь, кстати. Отлично. Нам все еще нужен джип, да, Елена? Ну, лучше на джипе, чем без джипа. Поехали. Так, в принципе. Да я говорю, там завал какой-то. Не выйдет, завалено. А с той стороны? Попробую другой. Хорошо. Стоило ожидать. Так, вроде все нормально. Хоть с этим разобрались. Дверью. Ну там нормально, там прям видно. И там сейчас поток такой машину смывает, да? Вот это было бы не очень. Хотя там, где завален, там вся уже, как бы, весь поток, вся вода выровнялась. Отлично. Я надеюсь, оно сейчас не упадет. Ну, то есть со временем не осядет. Порядок. Это будет так не круто. Машина порешеченная вся. Так, ясно, что у нас здесь имеется. Вот мостик, по нему туда и поедем. Можно оттуда, кстати, въехать. Ну, посмотрим. Да нет, здесь на самом деле ничего нет, по-моему. Хотя, что-то есть. Это просто еще одна дорога. Угу. Ну что? Держись! Офигеть! Получилось! Ты как будто удивлена. Ну, чуть-чуть. Ох, не залезем. Залезем. Да ты пипец, машина, я не знаю, ты нас ненавидишь, по-моему. Через такие испытания, короче. Там подвеска уже, наверное, сыпется вся. Что это за лесенка? Я думаю, там что-то есть. Не зря же оно тут такое привлекает внимание мое. Что-то есть. Интересно, кто тут жил? Ну, наверное, какой-нибудь хранитель лифта. Что? Хранитель лифта? Да, а чего бы нет? А то вдруг нагрянут какие-нибудь пираты с инспекцией. Ну да. Они знали, что надвигается беда. 5 июня 1718 года. Сегодня по реке пришла еще партия ящиков без какой-либо маркировки, зато в сопровождении отряда вооруженных солдат. Хоть мне и было страшно, но я приступил к проверке ящиков, когда мне довольно грубо приказали остановиться. Я хотел было возмутиться, что мне приказывают, будто рабу, но повернувшись, наткнулся на взгляд отца-основателя Тью. Это был первый раз, когда я вот так столкнулся с одним из отцов-основателей. В горле у меня пересохло, я понял, что боюсь открыть рот, ведь слова мне нужно было подбирать очень осторожно. Я сказал ему, что всего лишь хотел проверить вес груза, на что он жестко ответил, что в этом нет никакой необходимости. Я вздохнул с облегчением, едва только его внимание привлекло что-то другое. По правде говоря, я успел заглянуть в ящики еще до того, как отец-основатель Тью остановил меня. Сабли, пистолеты, порох. Судя по количеству ящиков, этого было достаточно, чтобы вооружить целую армию.
Я не знал об... Я не сказал об этом Элинор, ей и так хватает беспокойства из-за исчезновения ее брата Джека. Но я должен сообщить об этом своим друзьям. Идеалы, которые дали начало Либерталии, стоит защищать. Пусть даже и от самих ее основателей. Как только я смогу быть уверен, что Элинор и маленькая Эбигейл в безопасности, я отправлюсь в город и расскажу всем остальным. До тех пор мне лучше не высовываться и просто наблюдать. Так, ну-ка, погодь. Там перевернуть можно, постоянно забываю. А, ну это, короче, поняли. Стяжка, спасибо. Интересно, в доме еще что-нибудь... Да вроде ничего больше не должно быть. Такой себе дом. Тут еще и мини-пещерка. Прикинь, в таком месте жить. Я даже что-то как-то вообще не представляю. Что лифт работает? Пока что два лифта из двух. Значит, удача скоро от нас отвернется. Водяное колесо исправно, неплохо. Ну, если что, я тут проеду так-то. Ну, так-то. Хорошо. Как-то... Эй, не поможешь мне? Надо, чтобы Нейт держала, и Лена... Да, ну все правильно, короче. Давай, давай, родной, на плечо, на плечо. Тяжело. Ладно, попробуй. Ой, что-то мне подсказывает, что это добро не кончится. Сейчас лифт развалится. Что, не такое, ты же Uncharted? Три из трех. Они плохие инженеры у пиратов. Красиво тут. Ух ты. Прямо открытка. Ага, Либерталия. Прекрасные виды и головокружительные перестрелки. Так почему ты передумала? Ты сказала, что могла не вернуться. Ну, ты по уши увяз, не могла же я тебя бросить. Я же все-таки клятву тебе давала. В горе и в радости. Да. В горе и в радости. И вот подумай. Ну-ка, помоги мне. Давай. Так. Да. Даже если ты хочешь защитить меня, у тебя нет права не брать. Что бы там ни было, надо честно все обсуждать и решать вместе. Команда. Я понимаю. Ну, правда, просто... Я... Знаешь, давай лучше потом. Не будем отвлекаться. Залезть будет проблемное чувство. Курс на Новый Деван. И тут, наверное, половина вот этой красоты не передают. Вот так красиво. Ну, смотри там. На горе.
ты где? Все еще лечу. Видел колонну машин наемников, едут на север. Скоро и мы их увидим. Вы там как, в порядке? Набили пару шишек, но пока целы. Вот и хорошо, держите связь. Предпочитаю быть в курсе последних событий. Хорошо, отбой. Роджер Зет. Так, колонна наемников, не очень хорошие новости. Сразу отметим для себя. Так, а нам свои... Лучше вот сюда куда-то двинуться. Да, нам на другую сторону моста. Вот эта трещина посередине, она... Ох, мать, перемать. Давай, родной, давай, давай, да поехали, поехали, поехали. Ох, жесть. Да ты чё, в стену упрись, давай! Давай, давай, давай! Да пипец, вон верёвка. Верёвка тебе. Ну круто. Ну, прощай, машина. Пошли. Я не защитить тебя пытался. Ну, просто я же обещал больше в такое не ввязываться. Мы обещали. Но я все же полез. Я скрыл это, потому что я боялся. Да? Чего? Тебя потерять. Так что я скорее защищал себя. Понимаешь? Нам еще далеко идти. Да. Давай, пойдем. Ага. Ой, не знаю, короче, Нейт. Сюда. В целом у вас вроде ясность. Давай теперь не засри и все. Говорят, что это реально финальная часть похождений Нейтана Дрейка, Моргана. И что-то так посмотришь, похоже, так оно и есть. Ну, хоть через реку перебрались. Да. Могло быть и хуже. Похоже, что оно финальное и есть. Я не думаю, что после такого они продолжат этим заниматься. Хотя, черт его знает. Ничего себе. Красивый остров, Эвери выбрал. Может, потом да, проведем такое. Здесь отпуск, а? Ага, может быть. Так, на самом деле, я считаю, что это не очень хорошая идея. Мы можем скатиться, но можем и не скатиться. Поэтому давайте попробуем. Кто не рискует, тот не пьет шампусик. Тихо, спокойно. Елена, ты там как? Не светишь желанием, да? Я смотрю. Так, вот тебе какой-то пролаз. Ага, вон там мы и рухнули. Там пещера, а здесь какой-то другой ход. Ну, давай посмотрим. Мне кажется, это просто блестяшка какая-то или что-то. Ты тут один? Погибший пират. 1 апреля 1718 года. Сегодня в полночь я попрощался с Эленор и малюткой Эбигейл. А, это все тот же парень. Они с другими беженцами отправились в путь к мирным берегам на борту быстроходного. Надеюсь, что вскоре я смогу воссоединиться с ними. Отцы-основатели отняли у меня все. Отняли все у каждого из нас. То немногое, что я пожертвовал когда-то,
золотом потрачено или хранится за высокими стенами Нью-Девона. Скоро узнаем. На рассвете мы выступаем, чтобы вернуть себе то, что наше по праву. Они не смогли противостоять нам у сокровищницы, не смогут остановить нас и теперь. Дорогая моя Эленор, милая моя Эбигейл, если суждено мне погибнуть, если суждено подвести вас, знайте. Все, чего я когда-либо хотел, это счастье и достатка для вас. Возможно, хотя бы у вас будет шанс на хорошую жизнь. Покойся с миром, пират. Погиб. Я изначально думал, что этим все и закончится, но... Так, приседать мы не хотим. Хорошо. Вроде как я здесь в состоянии сделать то, что мне нужно. Там еще какие-то пути. Ой, давай посмотрим, что нет-то. Попугай клевый. Попугай вообще клевый. Вот. О, ужас. Ну, судя по одежде, это колонисты. Тут была битва? Нет, не похоже. Смотри, как они лежат. Да, ты права. Они аккуратно сложены или брошены у стен. Их принесли сюда уже мертвыми. Это братская могила. Сурово. Сурово. Привет. Предатель. А это кто? Смотри, знак. Предатель. Повстанец. Незавидная участь. Ну да. Вот еще один. Вот я смотрю, целая аллея славы. Хорошо. Прости, ничего личного. И друг такой, да ладно, нормально. Давай. Я думаю, сейчас здесь мы найдем каких-нибудь наемников. Очень уж такие места прям приметные. Ага, полно. Кругом. Заколоты копьями. Ничего себе. Эффективный способ подавить бунт. Они это с самого начала задумали? Что, перебить всех колонистов? Нет. Заманить их сюда, мечтой об утопии. Для того, чтобы обобрать до нитки. Ну, мы имеем дело с шайкой пиратов. Ну, это слишком жестоко. Даже для пиратов. Да уж, ребята. Не знаю, мне что-то кажется, что здесь реально что-то не так совсем. Совсем неправильно с этими местами. Но что именно, я пока понять не могу. Дигна фактис рекипин. Дигна фактис рекипинус. Воздастся да. Каждому по делам его. Если разозлишь Эври. Это из Библии. Благоразумный разбойник Дисмос. Эври был им немного одержим. Эври благоразумным не назовешь. Но он бы с тобой не согласился. Так, хорошо. Можем обратно как-то пропрыгать, я думаю, но нам это не нужно. Мы можем пропрыгать сюда. Нужно немного помочь.
раз. Выглядит ненадежно. Так и есть. Два. Аккуратней. Да ты чёрт. Что ж ты делаешь, Дракер? Три и сразу четыре. И быстро наверх пять. Все, готово. Быстрей. Да, Дрейк, ну что ж ты спрыгиваешь? Как хочешь, он никогда не спрыгнет. А вот так вот. Там какие-то надписи, что ли, отсюда не видно. Не особо понятно. Давай. Все нормально? Да. Ух ты. Вотчина пирата Эвери. Неплохой райончик. Порушен, правда, слегка. И водой подмочен. И с канализацией проблемы. Но косметический ремонт может спасти. Посмотрим. Ясно. Подорвали вон ту дамбу. Отсюда и вода. Я и забыл, что ты у меня крутая. Как думаешь, в каком доме жил Эвери? Ну, думаю, что в этом. И он еще целый. В самом большом, типа? Да ты у меня тоже крутой. Ну, знаешь, у меня все-таки опыт. Да и почитал кое-чего. Черт, черт! Что? Что там? А, дверь. Сэм? Ну, хоть жив. Это пока. Пошли. Смотри, хорошо. Как бы люди на день не появились. Да, я думаю, тут их полно. Теперь я думаю, их тут... Так, что, Марко Поло? Можно, конечно, там аккуратно как-то. Была не была. Упс. Марко! Ну, давай просто прыгай вниз. Ох, классно. Ты цела? Да. Почему-то мне сразу показалось, что нужно в эту сторону. Так оно и оказалось. Мокренько. Хорошо, как мне туда попасть? О! Как там было? Во второй части Дрейка опрыгал. В русской озвучке постоянно было тут. О! Неважно. Забудьте. Сюда, пригни голову. Кто-то застал парня врасплох. Да уж. Еще одна записка. 6 сентября 1718 года. Отец-основатель Кондент. Я знаю, что это по вашему приказу был разграблен и сожжен мой дом. Ваш брат отрицал ваше участие в этом деле, но я же знаю, когда мне лгут. Теперь мне нужен новый меч, поскольку мой накрепко застрял в его кишках. Даю вам время до заката, чтобы вернуть то, что принадлежит мне по праву. Отец-основатель Ингланд. Что-то вы здесь все какие-то суровые были, я так посмотрю. Там что-то блестит. Или мне показалось? Показалось. Или нет, но это не важно. Вот это хоромы. И выход сразу, такое ощущение, что во дворик, да? Это же не внутренний, хотя нет, просто крыша обвалилась. Так, ну мы все ближе. Идем. Черт, наемники. О, вижу. Елена, прячь. Да жопа наемников. Так, хорошо. Сейчас мы будем... Делать стелс.
Раз. Be water, my friend. Три. Я вообще наугад ткнул и попал. Ага, вот опять. На самом деле, вроде... Нет, еще есть. На самом деле, я думаю, еще где-то кто-то есть. Но я думаю, мы справимся, если что. Интересно, в воде можно прятаться, как-то нырять там, чтобы они тебя не видели? Я думаю, что можно просто как бы пройти мимо них, но это же скучно. Посмотрим. Посмотрим, ребята. Давайте пока просто кого-нибудь убьем. Тихо. Тихо. Зададим тебе жару, Дрейк. Хорошо. Так, ты пока не смотришь сюда, и ты не сможешь ломать меня. Ясно? Так, хорошо, мы можем подняться на второй этаж, только там что-то как-то со всех сторон. А вон там можно прятаться, если что. Ага. Так, вон еще один мужчина ходит. Да лезь, ты чё? Да лезь! Дрейк, ты подвёл меня. Хотя ладно. А? Смотри. Ты про чё вообще? Не было ничего. Ну и хорошо. Ну и ладно. Так. Елена, что ты творишь? Елена. Так, сначала, я думаю, снизу вот этих передавить тогда лучше будет. Раз уж тут такая ерунда. Спать. Елена, молодец. Офигеть. Мамочки, мамочки, мамочки. Мамочки. Спать. Супер. Да, кстати, я знаю, что у меня один патрон. Я просто, ну, это вот я. Я знаю, что кто-нибудь обязательно напишет, вот, типа там, у тебя же один патрон. Да как же ты так живешь? Что же ты за человек такой? И тому подобное. Так, ясно. Куда бы теперь пойти? Я думаю, что идеально было бы сейчас каким-то образом подняться откуда-нибудь отсюда. Елена, ну что ты делаешь? Это же громко. Нет, отсюда я не поднимусь к нему. Я уже вижу. Да все, спрыгни, Дрейк. Повисил на женщине. Почему бы нет? Вот так вот. Это так тупо выглядит. Ох. Хорошо, сейчас главное, чтобы, короче, сейчас просто удача или неудача. Со спины меня. Хорошо, хер с тобой. Давай, давай. Давай посмотрим, кто кого. Ясно. Пора валить. Игра поломалась. Меня так перекинуло. Вы чё? Это было тупо. Это было тупо и странно. Меня вроде потеряли. Не ждал? До свидания, спать. Лежать. А, или... Прости, жена. Этот пистолет. Хотя, барак возьмем. Давай лучше барак. Так я же стреляю ему. Тихо. Плохо, плохо. Патрона тем более нет.
Барак, этого Флинта, хватай. Немного отсидимся. Фух, поплыли. Все в целом хорошо. Так мы быстрее пройдем явно. Единственное но у нас сейчас... Вот это вот что такое? Вот это вот можно подумать, что это... Елена, ты там? Жена, а? Вот этот пистолет, ну вообще ваншот даже для этих ребят, по-моему. Как бы. Куча непомеченных, наверное, людей, короче говоря. Вот единственная наша проблема на данный момент. Тихо. Смертельное падение. Хорошо, ребята, что думаете? Посидим, подождем, я в выгодной позиции сейчас. Если что, можно спрыгнуть. Так, хорошо, я пошел. Понял. Нейт, хватай винтовку. Как я ненавижу целиться в этой игре. Да Елена, куда ты лезешь? Я дурак, бросаю оружие. О, граната. Нормально. Да я ж тебе в голову попал, как ты выжил? Сидим, отдыхаем. Что-то, короче, в итоге это оказалось не так быстро, как казалось. В прошлые разы срабатывало. Икшон всегда выпиливал стелс, но в этот раз, похоже, все немного по-другому. Хедшот, тварь. Тебе реально не хватает. Пальцы не оторвало, пальцы у меня из титана. Да сколько можно-то, твою мать? Это он с РПГ, что ли, валит? Я тебя понял. Так, давай-ка нарисуйся. Он за деревом, я не пойму. Как? Ну как, шеф? Как? Учитывая, что... Я не знаю. Но это реально тупо было. Обычно же оно светит там тебе перед тем, как он тебе... Ну ладно. Хорошо. О нет, тихо. Спокойно, мужчина, спокойно. Я уже могу как бы уйти отсюда, но я просто вынужден их убить. Или меня вынудили. Получше, тварь. Хорошо, вон там ходят эти ублюдки. Я их оставил живых. Наверное, это была большая ошибка. Ну да ладно. Самое главное, что я доволен собой. А то вдруг тут еще какой-нибудь полк, я не знаю. Ясно? Это кажется то, что мне надо. Нет? Да, кстати, вот у нас, похоже, какой-то проплыв куда-то. Ой, господи, гранатомет я себе очень-очень кстати, по-моему, взял. Ну, как бы он в любой ситуации решит вопросы, я думаю. И Ингр, да? Редко. Не знаю, куда. Нас не заметили. Да. Молодец. Ты тоже. Уже там плавает. Не знаю, куда я иду, короче, но вроде как мы уходим из этого места. О, дождик пошел.
Так, ладно. Там можно было на что-то посмотреть, но я что-то пропустил. Женщин вешали, я смотрю. Тут пощады не давали никому. Адресовано Ричарду Вонт. Отец-основатель Вонт, я обещал вам скорую месть. Что вы забрали у меня, я заберу у вас. Отец-основатель Болдридж. Что здесь вообще, япона-мать, происходило? То есть в этот раз без чертовщины обошлись? Ну, то есть... Тут можно забраться. Нет. Слишком высоко. Даже не подсадить. Давай осмотримся. Ого, опасное здесь течение. Закрутит. А тебя это не волнует, да? Ну, хорошо. Освежает. Так, что я ищу? На что мы смотрим? Во. Что-то есть. И чё? И зачем? Не знаю, зачем я оборачиваю веревку. Ну, тупо. Ладно, пойдем. Что-то это мне должно дать. О, блестяшка. Так, бросаем все дела. Копаем блестяшку. Неважно, здесь блестяшка. Круто, я сброшу сюда один. Сначала берем вот эту штучку. Хорошо, теперь я не пойму, мне нужно как-то раскачаться или что? Потому что я каких-то способов туда забраться пока не особо вижу, честно говоря. Так, так все-таки на этом можно подняться, ясно? Отлично. Поберегись! Неплохо. Теперь мне надо будет его как-то затащить. Ну там вроде, кстати, пологий подъем, поэтому я смогу. Держу L1 и тащу его. Теперь потащил. Он временно не делает то, что я от него хочу. Либо я неправильно нажимаю. Одно из двух. Дамы, вперед. О, как мило. Хочешь сделать меня приманкой? Не, я просто джентльмен. Такая, не. Да уж. Уже всего исколоть успела. Спасибо. Так, ну мы уже довольно близко, по идее. Только нам осталось пройти через вот это вот все. Я понял. Да, пипец. Ну, неплохо. Ну, я думаю, это услышали. Ты того, как? Что нет. Я... нормально. А ты? Вымок до нитки. Устал, побит. И есть хочется, честно говоря. В остальном все тип-топ. Да. Фу, ладно, все. Пора идти. Что у нас тут есть? Статуя, понятно. Попробуем пробраться через этот дом. Ага. Ну давай, попробуем. Блин, даже жалко, такие дома, прям такая роскошь. И все теперь плавает, короче.
часть людей тупо погубила, походу, их собственная алчность и... А потоп устроили поселенцы? У них, конечно, были на то мотивы. Но ты не уверен. Как-то это странно. Затоплены все дома, кроме одного. Эвери. В точку. Я бы такой не удивился, если бы мы здесь Эвери в итоге встретили. Ты погляди. Предметы роскоши. Я говорю, это место за его находку просто мировое сообщество отвалит. Такие бабки, что можно жить там, я не знаю, на несколько поколений хватит. Что это? Это сганг и совая. Могольская ваза, что не расплавили, то стала украшением для дома. Красиво. Какая-то запись, да? 9 сентября 1718 года. Отец-основатель Болдридж, мне стало известно, что вы готовитесь напасть на меня, будучи таким же пиратом, как и вы, а также вашим другом. И дружба наша началась задолго до основания Либерталии. Я прошу вас, прислушайтесь к моим словам. Мне неизвестно, кто посеял зерна нынешнего раздора, но в одном я уверен совершенно точно. Если продолжится эта гражданская война, все то, чему мы посвятили свою жизнь, будет уничтожено. В историю мы войдем не как первопроходцы, а как дураки. Мы должны положить конец этой борьбе, вы и я. Объединившись, мы станем самой значительной силой на острове. Остальные основатели или присоединятся к нам, или падут, не имея сил противостоять нам. Если вы согласны, зажгите свечу у себя в кабинете этим вечером. Я сочту это знаком, что благоразумие вернулось к вам. Если нет, помните. И он, и Ингланд пытались убить меня. И обоих постигла неудача. Отец-основатель Кондент. Господи, тут прямо повелитель мух. Не то слово. Я бы даже больше сказал, но не буду. Так, ну чё, где там ваши морды? Сюда. Я знаю, что вы здесь. Какая красота. Была. Ну, еще один заплыв. Погодь чуть-чуть. Какой заплыв? Давай сначала посмотрим, что там наверху, тут подняться можно. Воу-воу! Сильнее, чем ясно. Значит, надо придумать что-то другое. Допустим, вот этот шкаф. Нет, никак нет. Я думаю, можно нырнуть сюда и в итоге зацепиться с... Дрейк, что ты... Что ты делаешь временами, Дрейк? Вот просто вот что? Давай, цепляйся уже, горюшка. Да, да зацепись ты, подумать. Понятно, он просто... Он мог бы, но он не хочет, короче, просто. Вот он такой. Ах. Соответственно, мы можем попробовать отсюда допрыгнуть. Но если у него опять не будет настроения, это будет прискорбно. Отлично. Спасибо, драки. Ошибка. Мне нужно, чтобы Елена мне помогла. Погоди. Я сейчас опущу пониже. Ага, спасибо. Опущу пониже. А, ну ладно. Хорошо! Обращайся! Спасибо! Из тебя отличная гиря! Ну, в смысле... Все нормально. Я приму это как комплимент. Да, комплимент! Елена уже привыкла, походу, к нему. К
его этим комплиментом, так скажем. Хорошо. А теперь мы, в принципе, наверное, должны зацепиться вон там. Наглотался воды. Лучше воды, чем должна. Ты пока что живой, радуйся этому. Ой. Я наверху, ищу путь для тебя. Ну, мне кажется, вот это вдвоем можно будет поднять. В одиночку, мне кажется, не сможем. Ну, не да. Получится. Веревку брось. Хорошо. Брось веревку. Или может так. Так? Поберегись! Отлично. Уберем это с дороги. Ага. Как-то они странно подняли. Ну ладно, знаток по подниманию нашелся. Но просто с той стороны бочка, а с этой нет. Они на бочку взяли, начали точить. Смотри, знак Томаса Тью. Значит, мы в его доме. Второй по старшинству. Идем на повышение. Так, туда нам надо. Да и вроде все. Ох, японская мать. Господи. Отравили, перекололи? О, да тут вечеринка. Только мы опоздали. Эй, Нейт. Посмотри. Еще один знак. Господи. Что? Это они. Пиратские капитаны, которые основали Либерталию. Что у них случилось? Я, конечно, не криминалист, но думаю... отрава. Очевидно. Это что, типа общества богатых пиратов-самоубийц? Так? Нет, это вряд ли. Не в их духе. От лица лорда Эвери приглашаю вас в свой дом завтра на закате. Для нас настало время отринуть былую вражду и вместе встать под знамя Бога и свободы. Подпись Томас Тью. Ну, конечно. Томас Тью, Генри Эвери. Хозяева не стали дожидаться конца вечеринки. Как это нелюбезно с их стороны. Выходит, они вызвали настоящий бунт, попытавшись присвоить сокровища. То есть людей они убрали, а между собой не разобрались. Тут дело вышло посложнее. Итак, Эвери и Тью позвали всех сюда, чтобы... как уж там было... отринуть былую вражду. Точно, отринуть вражду. Эвери произносит тост. Выпьем, братья, за Бога, свободу, все дела. Все осушают кубки. Кроме этих двух. Так элементарно. Все сокровища Либерталии переходят в руки двум людям. Это величайшие пираты в истории. И они все погибли в одночасье за этим самым столом.
Невероятно. Да. Я извини. Прости. Ничего. Ну, раз хозяев вечеринки нет в доме Тью... Надо заглянуть к Эвери. Ага. Пошли. Суровенько вы тут покушали, я бы так сказал. Между тем, всем привет. Мы продолжаем играть в Uncharted. И это отцы-основатели. И давайте зарисуем, что вот. Это дело. Для потомков. Вообще, мы идем спасать Сэма. Это наша главная задача на сегодня. А может, и игру заодно пройдем, потому что я чувствую, что финал где-то близко. А может, и нет. Потому что я думаю, что, учитывая, что это Naughty Dog, они не делают игру, лишь бы побыстрее сделать игру. Naughty Dog, Naughty Dog. По-моему, не стоит туда падать. Что-то... Давай. Сейчас. Как обычно, короче, надо будет вклиниться в игру. Так и чё? А пока давайте просто двигаться вперед. Наслаждаться. Тихо. И наслаждаться видами, все да. Нормально. Только это я не вовремя сделал. Встретимся наверху. Ох, да. Вот так вот. Не знаю, это мне вообще очень неплохо помогает так. Ну и вроде как налево. Эй. В общем, на самом деле, похоже, что в этот раз мы с вами обошлись безо всякой мистики. Ну, Либерталия там, и вроде как это просто пираты, которые друг друга не совсем поняли. Грузовик наемников еще здесь. Вижу. Смотри в оба, хорошо? Хорошо. Я практически уверен, что в итоге мы с вами... Встретимся с теми, кто на этих грузовиках приехал. Вот. Сложно что-то у меня сегодня с этим делом. Как в поместье Тью. Похоже, яд оказался сильнее ваших. Что? Ну, он же, в конце концов, отравил всех. Ну да, не смешная шутка. Да, точно. Нормальная шутка. И теперь мы в доме Генри Эвери. Я поверить не могу, что там Нейтан, наверное, в этот момент испытывает. Он уже всю жизнь об этом мечтал, с детства. Сейчас ему лет 40 уже. Так, а сейчас у меня гранатомет. То есть первые три врага умирают в мучениях. Или нет? Как повезет. Слово дня? Показуха. Так почему он не убил Томаса Тью? Он типа был правой рукой Эвери? Ну да, так и было. Представь себе работать на психопата с паранойей. Как на моей первой работе. Ты про своего продюсера? Нет, менеджера в Мачо Начос. Ты работала в Мачо Начос? Это было еще в школе. Что, и шляпу носила? Мой начальник как раз был психопатом с паранойей. Что взять с менеджера в Мачо Начос? Эй, полегче. Ну, не то чтобы в рабочем состоянии. Мне что не нравится, это то, что во время диалогов ты не можешь видеть предметы, с которыми можно повзаимодействовать. И зачастую проходишь, пока они болтают между собой мимо интересных моментов. А их в игре реально прорва просто. Огромное. Ой, мама. Огромное количество. Ясно, это главный зал. Так, наемники завалили входную дверь. От кого? От нас? Серьезно? И от души тут наследи. Куда они пошли? Слушай, оно мне надо? Нет, это винтовка. Еще следы. Я предпочту пока что оставить вот это вот три гарантированных килла.
А вот это я, пожалуй, лучше на пару сменю. Спокойно. Ну, и где все наемники? Вот именно. Что-то они нам долго не попадаются. Они как будто исчезли. А может, думаешь, это засада? Тут пираты-призраки? Даже не шути на эту тему. Привет. Че это? По следам типа идем? Ага, походу так. Есть. Мне бы пистолет, берету, как она тут называется, никак не запомню. Хотя бы патроны. Удалось что? Патроны взять? Переводчики в чем? Одни следы ведут сюда. Елена, смотри. Следы ведут в эту дверь. Угу. Вторые следы ведут... Сейчас я покажу, куда. Там еще на третий этаж есть что-то. Вон, видишь, тоже следы идут, идут и туда куда-то ведут. А здесь у нас что? Здесь вроде никто не топтался. Но народ между тем расставил свои ящики с обмундированием. Так, ясно, на третьем этаже мы еще набегаемся. Ладно, я знаю, мне просто нужно все посмотреть, прежде чем я предприму что-то. И не такой порывистый, импульсивный, как вы, чтобы сразу побежали бы в ту дверь. А вдруг мы что-нибудь интересное пропустили бы? Вы же мне потом весь мозг выили бы. Черт, завалено с той стороны. Зачем баррикадировать за собой дверь? Они нашли что-то. Помоги мне открыть. Да. Раз. Два. Да не получится. Ой, понятно. Так, этот мужчина серьезный, но он не такой серьезный, как он думает. Так, сюда подойди. Давай, давай. Красавчик. А теперь ты. Раз. Два. Три. По... В смысле? Похаракалы. Ну вы, блин, даете. Сейчас я вам, короче, устрою. Мне надо наверх подняться, потому что иначе... Не получится сделать им кровью срать будете, на мой взгляд. Так, не обращаем внимания, короче, на всю эту дичь. Просто лезем. О, отлично. Вот эта пушка реально может меня спасти. До свидания. Хорошо, здесь можно держаться относительно. Куда пошел? Куда пошли все? Мама. А теперь обратно. Елена, свали нахер! Ну что же ты делаешь? Сейчас меня из тебя убьют, Елена. До свидания. Вот это ты вообще не очень. Да? Готов. Да свали ты куда-нибудь, Елена. Ну пожалуйста, ты же мне просто прикрываешь весь обзор. Реально. Ну вот честно-причестно. Одна пошла, вторая тебе. На, вниз туда тоже под... Ой, мама, так убиться можно. Да хватай, хватай. Серьезно? На, лови. Хватай вот эту штуку. Что же ты такой драки? У меня с тебя горит сегодня. Минус. Елена, свали куда-нибудь просто, ну... Пошел нахрен отсюда. Короче, уже который раз... Который раз я говорю про вот этих вот... Пошел в жопу. Диего, ты там не охренел? Господи, цела? Да. Они устроили нам засаду. Да. Давай откроем дверь. Посмотрим, что они скрывают.
Короче, это было не то, что сложно, но напарники... Ну, серьезно, вы что творите-то? Что же вы делаете, мать вашу? Выглядит так, как будто у него... А, это либо пламя-гаситель, либо дульный тормоз. Ну, что-то такое, короче. Это, подумал, глушак. Когда женщина лезет просто в прицел, и пули потом не летят, это бесит. Хорошо, так продолжим уже открывать дверь воистину. Именно так. Зря мы, что ли, тут страдали. Хрена разнесли весь зал. Уи! Я как Бэтмен и Елена. Я смог. Давай. Ну поехали, готово? А вот я, Эвери, да? Здрасте. Что это? Какое-то письмо. Подпись. Эвери. Правда? Ну, читай. Мои верные подданные. Тучи сгустились над Раем, но мы должны сохранить его богатство. Как красиво. Предатель Тью знает все наши секреты. Время действовать. Взорвать дамбу. Уничтожить новый Девон. Ну да. Ага. И перенести сокровища на мой корабль по тоннелю. Тью и Эвери пошли друг на друга. Ты правда удивлен? Да, в общем, нет. Держи. Давай. Спасибо. Так, перевернуть нельзя. Все. Пойдем. Давай искать ход. Да уж. Гордыня у чувака явно была размером с, я не знаю, Empire State Building. Это такой ЧСВ, ты посмотри. Это все для одного человека? Ну и куда они пошли? Пираты-призраки. Осмотримся. Хорошо, хорошо. Блестяшка. Это нам не помешает. Блюдце. И тут я спущусь, я же не убьюсь. Нет, я тут не могу спуститься. Ну и ладно. Это, блин, не кабинет, это... Опять сквозь текстуру видно. И опять мне кажется, что это блестяшка. Не кабинет, музей какой-то. Поразительно. Что? Что там у тебя? Это британский плакат о награде за голову Эвери. Похоже, он гордился, что все его ищут. God save the king. Боже, храни короля. Зажигалка Сэма. Что, обронил? Да, нарочно. Не знаю, что мы ищем, но это рядом. Должен быть другой выход из этой комнаты. Может, ход, о котором писал Эвери? Но где рычаг? А вот кнопка. А, это не кнопка. Я думаю, на столе прям. Хотя, может быть, и ваза какая-нибудь. Нет? Может быть, что угодно, на самом деле. Может, это рычаг? Нет. И Naughty Dog, они вот такие вот, они знают, что игрок первым делом подумает, ну, наверное, какой-нибудь, вот, я не знаю, вазу там. И специально, короче, вот это вот ты сначала потрогаешь, а обязательно не найдешь. Всегда так. Нейт. Да. Есть там что? Вроде да. Я так и думал. Спасибо, что за нас разгадали. Как ты это сделал? Где Либерталия, кровавый отпечаток пальца. Ну, я и... Ножа. Неплохо. В письме сказано, что Эвери переместил сокровища на корабль. Ага. Думаешь, сокровища еще на острове? Я думаю... Думаю, это уже не важно.
Ого. Это что это за такие, я не понял. Ага. Осторожно, Нейт. Не ударься. Ага. Ого. Похоже, Эвери устроил тут себе бункер. Куда ведет этот ход? Черт. Очевидно. Придется выяснить. Смотрится ненадежно. Глава 19. Падение Эвери. Фух, продолжим. Ну, короче, ну вы поняли. 19 глава, да. 19 глава уже. Какая игра длинная, это пипец. Но это классно, на самом деле. Нам, наверное, туда. Завал. Здесь, наверное, завал. Смотри, свежие следы. Они здесь были. И следов очень много. Не будем спешить. Хорошо. Ого. Черт. Фонарик не надо. Вот это вот сейчас будет. У меня так неудобно вот это вот. Сижу за столом, короче, геймпад под столом, и мне надо будет трясти сейчас. Вот такие звуки будут. Ой, господи. Простите. Так, ладно, кто там водится в этом месте? Я надеюсь, вы на меня не в обиде. Рвут что-то. Наверняка люди на один. И хлебом не корми, дай что-нибудь взорвать. Но взрывать здесь просто тупо. Ну да, они тупые. Давай. Оси. Еще батарейки есть? Да, да. Только они на дне океана. Знать не хочу. Не собирался. Ой, это похоже на какую-то ловушку. Или что-то в этом духе. Что? Тут ловушка? Похоже. Но Сэм и остальные как-то перебрались. Пойдем по их следам. Сэм и остальные, понятно. А это стражник, что ли? Непонятно. Хорошо, по их следам это облегчает нам задачу. Так, не ходим Супер... наискосок. Ничего, но что же они так скрипят-то? Только не ходи туда, где нет следов. Чего? Просто не хочу, знаешь ли, взлететь на воздух. Так, давай. Все. Да куда ты пошла-то? Расслабиться. Елена, ты что, меня пугаешь? А ей норм. Так, пойдем погуляем еще. Погуляем по этим пластинкам. Что может пойти не так? Хорошо, еще один завал. И еще один завал. Елена, смотри, тут след обрывается. Они туда вошли, и потом случился обвал. Эй, нам надо тут расчистить проход. Да. Ну вот. Поищем другой путь. Ну, еще немножко. Опять начинается, короче. Да давай уже, ну. Давай. Черт. Не работает. Может, много всяких левых звуков быть? Да, отличная мысль. Сейчас, походу, посложнее будет. Давай. Давай, давай, давай. Ну, конечно, она пустая. Пока плыли сюда, он же дымил, как паровоз. Расслабься, у меня спички есть. Правда? Конечно. Вот так. Господи, ты где есть-то вообще?
Да сколько твоей спички хватит? Прости. Секунду. Найди какую-нибудь досочку там, я не знаю. Ну, конечно, со спички зажечь. Привет. Иди сюда. Куда? Это моя голова. Сюда. О, отлично. Умная девочка. Хорошо, отлично, что ты подготовилась. Ну, кто-то должен был. Ладно, пойдем дальше. Романтическая атмосфера. Странные представления о романтике. Есть такое. Эй, нам сюда. Все понял. Так подожди, мы что тут были? Тут же завал в итоге. Ну, оттуда мы зашли. Нет. Так, хорошо. Давайте попробуем походить за Эли. А, вот оно что. Многообещающе. Подсадить? Да. Давай. Ну, поехали. Так, залезай. Спасибо. Осторожно. Да. Здесь не пройти. Да я вижу, проверить просто, мало ли, вдруг чего интересного. Нейт, не ворчи. Осторожно. Ничего о, себе. Отлично. А что столько что костей? Что это такое? Жуть какая. Да уж, это руки отрубленные. Руки, что крали у меня. Да он уже даже не прикидывается вменяемым. Мне здесь не нравится. Мне тоже. Пойдем отсюда. Так, следов никаких не видно. Да все рвут. Они реально больные какие-то. Завалят же всех, ну. Смотри-ка, тут висельные клетки. Это клетки. Чего? А это вот клетки. Да ладно. Да. Слушай, никто не любит всезнаек. Клетки? Я не знаю, зачем я это все поджигаю. Вполне возможно, я не знаю, как-то обратно, может, на ощупь придется идти. Ух, и по нам. Живая вроде. А что это? Ловушка. Эвери не хотел пускать сюда посторонних. Смотри под ноги. Я? Это ты на нее наступил. Ну? И под мои тоже. Какая графика все-таки, да? Черт. Вас поглушат тут в закрытом помещении, вы че? Вроде бы да. Наверное, лучше к ним не подходить. Ага. Ну, как бы да, но прохода-то нет другого. Слушай, может, и как-то можно... Очевидно, нет. Воу! Ты живой? Да. Ну, теперь мы знаем, что там так бабахнуло. Неудивительно, что тут столько завалов. Далековато. Поход туда придется. Эй, Нейт, я нашла короткий путь. Думаешь, короткий? Ну, я же оптимистка. О, ясно. Тупик. Нейт? Господи. Что это?
грудной клетки. Тут Эйвори тоже все украсил. Сердца тех. Сердца тех, кто встал против меня. Не сердца, это грудные клетки, но какая разница? Да уж, тут что-то так этот. О, черт. И тут мумии. Не обзрывайте. Ковастенько. Ты только осторожней. Что это было вообще? Не в ту сторону нажал. Ой, бывает. Ладно, я живой. На мне все как на кошке заживает. Я Супермен видел. Давай, давай! Это по-любому, походу. Нейт, ты живой? Нормально. Ничего. Жаль, беруши не захватил. Я не кричу! У тебя хотя бы писк противный в ушах должен быть. Нейт, осторожней. Ага. Прямо в Древний Египет. Только в этом случае мумификация не была, ну, добровольной. Это что за свет? О, понятно. Фейрок. Это замечательно. Значит, мы на правильном пути. Ну, вот и следы. И они ведут сюда. Будь готова к драке. А, не привыкать. Это был сарказм, да? Нет, успокойся. Сама успокойся. Так, налево или направо? Направо. Понятно. Внимательные ребята. Ясно. Но где же Сэм? Чё с ним случилось-то? Ого. Походу, нехило его шарахнуло. Симпатично тут у вас всё-таки. Отлично. Елена уже взрывалась гранатой. Донг. Донг. Да блин, ты чё, серьезно промахиваешься? Так, хорошо, все, что у меня есть на данный момент, это куча проблем. Вот и все, что я могу сказать. Но мы их благополучно решим, как обычно. Раз тебе заслал. И сразу вторую, чтобы не скучал. Держи, родной. Так, с этим покончили. Ох, я думаю, все так плохо, что на самом деле это им лучше к нам подходить, а не нам к ним. Потому что по патронам реально беда. Вон, Елена сейчас их перегасит. Во! Минус. Так, и на этом патроны кончились. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай! Ох, черт. Хоть на чем-то тут патроны есть нормально, нет? Нейт. Что ж ты целишься не туда? Прощай. Ненавижу, блин, целиться в этой игре. Ненавижу. Фух. Так, взял, что хотел. Отлично. Этот автомат универсальнее будет. На тот слишком мало патронов. А вот это вот будет просто вообще самая тема. Так, и 103. Привет. Да блин. Да. Прощай.
Не очень я сегодня стреляю. Не то, что вчера. Но это временно. Не знаю. Что-то тупо было. Давайте, мать вашу. Давайте. Что у вас? Бронежилет, я смотрю, есть, да? Не успел чувак добежать, а так это был бы твой мумиё. Ага. Сколько в твой шлем может влететь тупо вот? Вот сколько? Шлема нет больше, вроде. Все, отлично. Да что ж вы живучие все такие? Реально, по 100 раз нужно попасть в чувака, чтобы он какие-то, я не знаю... В общем, обратил внимание на все это дело. Отлично вообще. Расслабился, короче говоря, думаю такой. Ну, они нас, в принципе, не убивают, серьезно. Опять по новости. Тут много смертей, я уже вижу это. А вот этот спаун, это что это такое было? Лови, родной. И прятаться некуда. Круто. Нужно просто прятаться. Вот так вот. Хоть какая-то польза от этих взрывных мумий. Ну такое. Ого, аж провал. Возьмем сигнальные ракеты. Это мысль. Сейчас, секунду, подожди. Разбежаться надо. На всякий случай попробовать. Мало ли. Ты что, хулили меня? Чем же этот псих елку наряжал? Следов нет. Они идут другим путем. Попробуем их догнать. Так, это все подъемы. Здесь на самом деле путей каких-то, я чувствую, много может быть. Но я думаю, мы найдем то, что нужно. Тут что такое? Какая-то бочечка. О, привет. Немного неправильно как-то сработало. Надо было из темноты резко выпрыгнуть, короче, и... Господи, он из людей Эвери. Мертвые не болтают. Ага. Так понимаю, наверх по лестнице надо. Здесь сразу укрытие, чтобы меня помучили дальше, да? А тут была драка. Люди Тью против людей Эвери. Типа сейф. Ух ты. Какой-то ключ. И записка. Смотри, записка. О, да. Лейтенант Бартон, Эвери готовится к побегу. Если мы позволим ему покинуть эти берега, он исчезнет навсегда, как и наше сокровище. Этот ключ откроет врата в пещерах, но будьте настороже, лейтенант. Хорошо. Не всякого сомнения, он ждет, чтобы мы, что мы будем его преследовать. Пока вы со своими людьми обыскиваете туннель, я с небольшим отрядом пересеку долину, чтобы отрезать ему все пути к отступлению. Если Господь дарует нам победу, уже завтрак на закате, мы снова станем пиратами и поплывем к незнакомым берегам, сокровищами в наших трюмах. Ветер будет наполнять наши паруса, и мы будем свободно жить любой жизнью, какой только пожелаем. Бог в помощь, капитан Томас Тью. Так. На обороте какие-то символы. Ну, это явно какая-то подсказка. Давай. Приехали. Так, взрывчики.
Ого. Что-то как-то не очень ваша композиция мне нравится. Давай! Да япона мать! Да? Сколько, мать твою, можно? Почему? Ой! Это япона же для меня. Откуда же у вас тут столько? Ну, я уже ненавижу. А? Нет? А ты? Вот уж кто не доверял людям. Да уж. Ненавижу, блин. Хуже манекенов. О, понеслось. Быстро вперед. Сюда. Да кувыркайся. Хватит. Спасибо. Лучше бы найти уже их следы и по их следам идти, потому что это эти ловушки, они уже пипец. Пусть они лучше. Все. Что это? А тут уже не так жутко. Хоть костей нет. Все равно жутковато. Это с кораблей, что ли? Десяти. Да все четыре. Четыре? Угу. Четыре. О, блестяшка. Спасибо. Что это такое? Это декоративная палица. Палица? Хорошо. Какая-то она короткая для палицы. По-моему. У меня уши заложило. Да, явно идем вниз. Так, ох, так. Начинается. Очередная западня. Ага, и следов тут нет. Ну, я думаю, что наши записи в журнале нам в этом деле помогут. Ага, давай сюда. Перевернуть. Каждый раз вот так на вот переворачивать. Такие же символы. Тебе объяснил своим, как обойти ловушки. А, так, череп, корабль и три креста. Ну, то есть... Да убери тоже. Надо смотреть по символам. Так, ну вот, допустим, три креста, да? Вот у нас... это мне не нравится, сюда не хочу. И череп. Так, теперь давайте. Получается, череп у нас как раз около которой я стою. Три креста — это... Так, а верх... О, господи, верх ногами. Ага. Ага. Ну что ж, начало. Ой, я уж струкнул. Ну что ж, значит. И бабах. Ой, это было жестко. А, блин, она не той стороной стояла. Понятно. Так, хорошо. Ага. Так, кресты стоят вот так. Надо смотреть внимательно. Получается... Мне нужно перепрыгнуть, что ли? Блин, у меня сегодня с пространственным мышлением просто беда. Не, вот тут как раз... Вот так вот. Ага. Ну и, соответственно... Вот, прыгай. Да, ты что ж не прыгаешь? Ты реально не хочешь прыгать? Я не туда пришел, куда хотел, явно.
Я могу только рискнуть сейчас вот. Либо наискосок пройти. Чё бы нет. Ага. Так, ну если судить по крестам, то вот эти вот три, они приведут нас к смерти. Вот эти три. А это, видимо, да, это все-таки корабль. Точно. Хорошо, но раз корабль, то у корабля два верхних, значит. Два верхних корабля — это смерть. Значит, тут проходим. Пока да. Неплохо. Постучи по дереву. Плохо работает фу-перо. Не рискну, вдруг ловушка. Да уж. Так, хорошо. Вроде как почти все на самом деле. Так вот. И далее. Ага. Погоди секунду. Так я же могу. Не, все нормально. Не, днем бы всё, я эту головоломку решил бы заметно проще. Вот так, Эвери. Неплохо. Неплохо справились. Со второго раза. А вот как мы выберемся. Дневной свет. Да это нифига. Останки команды Тью? Похоже на то. Эвери вообще любил показательные казни. И показательные взрывы мумий. Ага. Лучше смотреть под ноги. Да не только под ноги. Не трогай его, Нейт. Не трогай. Ну их нафиг. Ага, понятно. Не так уж и глубоко, хотя это может быть, хрен его знает, впадина какая-нибудь. Скважина. Ключ. Стой. Вдруг ловушка. Ну, выбора-то у нас особо нет. О, Господи. Но, чую, все будет хорошо. Да? Давай. Ладно. Да пипец. Нас хотя бы не разнесло на кусочки. Черт. У тебя случайно нет ножа? Так, Нейт, давай, короче, давай быстрее. Ну, у того парня есть сабля. Ну-ка, помоги мне. Я понял. О нет, только не это, серьезно. Копай. Хапай, родной! Хапай! Хапай! Давай! 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 Режь! Режь! Ну его нафиг! Оно тебе не надо! Ох, мать-перемать! Это прям Crash Bandicoot. На себя удар принял и собой закрыл. Молодчага. Спасибо, капитан Эвери. Прям как раньше, а? Елена. Елена. Эй! Эй! Елена! Елена! Мой герой. Ты прикалываешься. Что? Это не смешно. О, а что ты мне сам-то устраивал? Черт, до меня чуть инфаркт не хватил. Дай послушать. Просто музыка. Ты в курсе? Что мы теперь квиты за все, что я вообще сделал.
Да, за все. Нет, даже близко нет. Ты весь в грязище. Знаешь, у тебя странное представление о романтике. Да, да, где-то я это уже слышала. Прекрасно. Поговорили. Это наверняка Сэм. Пошли.